Ты что, ослеп? Не видишь, куда идешь? Если бы я ослеп, ты бы упала. А так я тебя спас. Я сейчас не в настроении спорить. Я тоже не хочу с тобой спорить. У меня есть дела и поважнее. Очень смешно. Кто здесь? Королева. Где все? Все спят? Кто здесь? Ваше Величество. Где все? Часть стражи на улице, часть наверху. Наверху? Наверху комната принцессы. Боже, я так устал. Боже, я и не думал, что так тяжело очаровывать двух девушек одновременно. Приходится придумывать какие-то романтические фразы, чтобы им понравиться, и болтать с ними обо всем, о луне, реке и всякой ерунде. Как я устал. Я хорошо потрудился, чтобы очаровать принцессу. Зато теперь я почти уверен, что женюсь на ней. И принцесса, и ее дворец будут моими. Дядя! Вот вы где. Дядя, дедушка, прадедушка, здравствуйте. Благословите меня. Извини, что ты тут стоишь? Думаешь, что ты родственник царя Александра? Давай, поприветствуй меня, как положено, потому что очень скоро я стану членом королевской семьи и королем этого дворца. Слава королю! И давно вы здесь? Прошу, садитесь. Господин, госпожа, присаживайтесь. Какая щедрость, господин король. Спасибо вам. Хотя этот дворец принадлежит нам. Ну, конечно. Это ваш дворец. Прэм, он хотел сказать, что формальности нам ни к чему. Нам и так хорошо. Верно, милый? Да. Нет. То есть, извините, я скоро вернусь. Ты знаешь, где принцесса? Ваше Величество, она была в своей комнате часов в 10 вечера. Я спрашиваю, где она сейчас? Где принцесса? Где она? Я не знаю. Иди и найди ее. Хорошо. Раджо, куда ты идешь? Так поздно. Ну, я... Иди! Быстро! Кого ты ищешь? Принцессу? Ваше Величество, принцесса спит в своей комнате. Раджо, не надо ее будить. Не надо, не ходи туда. Хорошо. А кто разбил вазу? Я тоже услышала шум. Наверное, кошка. Хвостом махнула? Ладно. Можешь идти. И проверь наших гостей в их комнатах. Хорошо, Ваше Величество. Вы будете дежурить здесь, ясно? Прэм, уже так поздно? Почему ты не спишь? Что случилось? И твой друг Арджун тоже куда-то ушел? Арджун? Арджун, наверное, пошел прогуляться. Прогулки в такой час?
Хорошо. Я его поищу. Нет, нет, не нужно. Это ни к чему. Давай присядем. Идем. Садись. Садись. Прем, я пришла к тебе. Ко мне? Да, к тебе. Прем, наверное, тебе часто говорят, что ты очень привлекательный и умный мужчина. Но сегодня я поняла, что ты еще и очень хитрый и ловкий. Я понимаю, за что Прем Вада полюбила тебя. О чем это вы? Ну, хватит. Не притворяйся, что ты ничего не понимаешь. Я все про вас знаю. Все-все. Дорогая, Прем что-нибудь тебе сказал? Милый, я как раз задала ему вопрос. Скажи, Прем, зачем ты приехал во дворец? Слава богу, мы спасены. Стой! С ума сошел? Королева ушла. И мне тоже пора. Сиди тихо. Мне тоже не очень-то хочется торчать здесь с тобой. Принцесса Прием Вада. С кем это ты говоришь? Кроме нас тут никого нет. А значит, я обращаюсь к вам, принцесса. Королева – мой враг. Знаешь, Прем, я даже думаю, что в прошлой жизни она была жестоким командиром, который причинял людям много зла. Она считает всех своими рабами. Она требует, чтобы все ей подчинялись. В этом дворце даже ветер боится подуть, не спросив разрешения королевы Санукты. А все обитатели дворца должны подчиняться приказам королевы. В своем собственном дворце мы чувствуем себя как прислуга Ее Величества. И вы тоже? К сожалению, да. И не только мы. Даже сам король Удай Синг и принцесса Прием Вада. Ты... Я ничего не делал. Ах ты... Говори тише. Мне сейчас не до шуток. Знаешь, как больно? Если будешь так кричать, сюда снова придет твоя мама. Но я не могу терпеть. Особенно нам жалко принцессу. Она так добра и наивна. Бедняжка. Мы очень беспокоились за нее. Но теперь уже нет. Уже не беспокоитесь? Почему? То, что мы видели совсем недавно в саду... убедило нас, что Прием Вада больше не будет страдать. Потому что в ее жизни появился тот, кто освободит ее и увезет далеко. Подальше от Мукти Махала и королевы. И вы будете только вдвоем.
принцесса и ты. И мой дорогой Прэм. Да, да, Прэм. Мы уверены, что ты сделаешь Прию счастливой. Ты заберешь ее отсюда и вернешь ей радость жизни. Что мне делать? Тебе легко говорить. Ты не знаешь, как мне больно. Я правда уже не могу терпеть. Если будешь злиться, будет еще больнее. Все нормально. Я не говорил, что у меня волшебные руки. Я же не волшебник. Я не могу все контролировать, понимаете? Можешь, Прэм. Можешь. Это твоя игра. А какова твоя цель? Прия, верно? Если хочешь, мы поможем тебе добиться успеха в твоей игре. Ты победишь, а королева проиграет. Но что? Если хочешь победить, ты должен заключить с нами сделку. Сделку? Какую сделку? Ничего не говори. Ничего. Я рада, что ты выбрал мою подругу Суман. Кстати, она отлично готовит и очень хорошо поет, и любит путешествовать. И, в общем, я думаю, что вы идеальная пара. Я все о ней знаю. Как ты мог узнать о ней все за час? Погоди-ка. Наверное... Ты что-то вроде Джеймса Бонда? Нет. Просто мы давно знакомы. Правда? Но как? Секрет. Я знаю. Это любовь. Да. Любовь. Сначала радость, потом страдание. А потом счастье и слезы. Когда не можешь быть рядом с тем, кого любишь. Ты заканчиваешь все мои фразы. А ты говоришь вслух мои мысли. Какое совпадение? Мы так похожи. Я вижу, у вас есть план. Расскажите мне все. Прошу вас. Конечно, расскажем. Когда придет время? И когда оно придет? Когда мы убедимся, что ты на нашей стороне. И принял наши условия. А пока можешь идти спать. Да, Прэм? Отлично. Теперь я все понял. Похоже, не только я претендую на дворец. Как думаешь, дорогая, он примет наши условия? Милый, разве мои планы когда-то проваливались? Ни разу. Так что успокойся, милый.
Добрый вечер, господин, госпожа. Добрый вечер. Гола, что ты тут делаешь так поздно? Пришел проведать гостей. Зачем? Королева приказала. Тебе? Конечно. Нет-нет, через Раджо. Что? Ну, королева приказала Раджо, а Раджо попросила меня проверить, где сейчас гости. Вот я и иду. Да, я слышал об этом. Мне уже передали. Поэтому мы сами их проведали. Они спят в своих комнатах. Можешь не проверять. Иди. Нет, ни за что. Это приказ королевы. Я должен проверить. Я сказал тебе, что в этом нет необходимости. Почему ты не слушаешь моих приказов? Я тебя уволю, если не будешь подчиняться. Ясно? Успокойся, дорогой. Не ругайся с прислугой. Идем, пора спать. А ты пошел прочь отсюда. Что? Да, сгинь. Ладно. Наглец. Идем. Пошел вон. Сгинь. Что-то здесь нечисто. Что-то здесь не так. Господин почти никогда не злится. Холабонд во всем разберется. Боже, что я наделала? Я совершила огромную ошибку. Суман, что случилось? Или это диалог из фильма? Няня. Какой фильм ты вспомнила на этот раз, детка? Няня. Вы знаете, где Прия? Да, знаю. А ты беспокоишься за принцессу? Да, пожалуйста. Скажите мне, где она? Там, где и должна быть. Няня, пожалуйста, скажите, где Прия? Да почему ты спрашиваешь? С чего это тебя так волнует? Няня, я совершила огромную ошибку. Ничего удивительного. Няня, я плохо поступила. Плохо поступила с Прией. И что ты сделала? Няня, я... Я... Я не могу вам сказать. Это касается только меня и Прии. Ладно, не говори. Но ты об этом пожалеешь. Няня, я обманула Прию. Я предала ее. Предала.